Главный аромат августа – яблочный. Сегодня православные верующие отмечают преображение Господне или яблочный спас. По преданию, в этот день Иисус предстал перед своими учениками на горе Фавор, окруженный сиянием, тем самым явил свою божественную сущность. Для нас преображение – это тоже вот преображение души. Надо преображаться, внешне стараться свои страсти как-то, у кого какие, у нас разные у всех страсти. Ну, надо потихоньку, наверное, надо вот помаленечку их забывать. Преображение – один из двунадесятых, то есть главных церковных праздников года, выпадает на Успенский пост. Сегодня разрешено к столу подавать рыбу. И по традиции в храмах освящают первые плоды. Верующие угощают друг друга яблоками. Считается, что чем больше раздашь, тем больше будет урожай в следующем году. Сегодня богослужение прошло и в Спасо-Преображенском женском монастыре. Для обители этот праздник престольный. 30 лет назад монастырь на Владимирской горке в Чебоксарах восстановили после запустения в советские годы.